Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Да, идем мы с Барком. Большой-большой секрет. Скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Туда, наверное, вот да, наверное. И окончился круг. Видишь? Да, видел. Помни, надейся. Привет, привет, идем вон привет, туда. Привет, Москва из Донбая, да? Привет, Донбай. Да. Как видеоблогеры. Сейчас вот такая красота у нас. Здесь находился угольный склад. То есть вот до сюда машина доходит, привозили уголь. И нам пока функционировала альпекская хижина, каждый, кто идет туда на хижину, турист, 10 кг, рюкзачок. А-а-а. И идти довольно-таки прилично. Плюс свой у тебя там скарб, как говорится. А плюс это КГ-40, наверное. Это такие нормальная такая нагрузочка была. И вот эта хижина как бы работала круглый год. Игорь Самов такой был начальник хижины. Похоронен тоже на кладбище альпиниста. Погиб, кстати, при спас работах. Тоже здесь в Лохате. Вот, и вот принимали там туристов, у них даже был там на леднике свой бензиновый бугельный подъемник. Сейчас попробуем. Туда почти до водопадов можно на машине. Вот хороший вид. Ну, здесь когда-то приют находился. Хижина, где Висбор ночевал. Где Висбор ночевал. Вот здесь уже просторы открываются, видно. А вы нас здесь подождете, да? А? Вы нас здесь подождете. Я вот буду ориентиром, чтобы вы смотрели, куда будете. А, хорошо. Да. И потом дальше чуть-чуть на улице. Ну что, Борь, пойдем? Вообще есть маршрут, как бы вот, ну, мы через внизу, водопад да. Проходим, да, заходим на ледник, сюда выходим. Но там вариант. Мы с Борей поднимаемся на ледник. На ледник. А вон там нас ждут. Вон где-то вдалеке человек сидит. Вот тает ледник. И вот туда он стекает в бурную реку. Привет, ребята. Передаю репортаж с ледника. А там вон Барян что-то делает, шурует. А здесь вот, вот такая вот красивая высота. Дальше мы идем на озеро. А потом на Алибекский водопад. Итак, перед вами ледник Алибекский, самый большой ледник Донбайского района. Толщина льда достигает 70 метров. Мы с ребятами поднялись на Турье озеро. Вот оно справа. Очень красивые места. Долина называется Алибекская. Так что приезжайте, приезжайте, ходите в походы, любите горы. Обращайтесь, отведем куда угодно. Да. Вот оттуда мы пришли. Первое наше озеро за все пребывание в Донбайе. Завтра будут другие озера.
вот мы и на месте. Бор, передай привет. Привет. Вот такая вот красота у нас тут. Офигенная. Это при вас было? Ключицу сломал. Я говорю, при вас было? А? При вас было? Ну как, ее уже транспортировали. А так я сам вот так. Блин, почти в углу я как сидел. Кладбище альпинистов на подъеме к Алибеку. Из Москвы. Идем 2.5 часа. Как настроение? Ничего так. Это радует. Ноги мокрые. Да, мокрые ноги. Кроссовки чавкают. Ну ничего, мы привыкли. Такая красота здесь. А вон там мы встретили людей. Индейцы, наверное. А у нас первый обед. Идем в чернику. Вот она растет. А вон там по зарослям. Я смотри, я вообще, как тебе скажу, только ты, я весил 10 километров, и бегал я, я тренировался, ходил. Так, вот мы уже на подъем выходим. Сейчас нам идти вон туда, наверх.
Че, Кирилл, скрываем? Это видео, да, сейчас? Наверху, да. Как ты говорил. Подожди, а что? Ну... Идет? А, идет. Идет. Как ты просил. Будем смотреть, через сколько времени идет. Кирилл армеец. О, он милиционер. Точнее, в разгвардии. Какие-то консервы. Спички есть, хорошо. Каша. Это, ну, у меня армейские такие были раньше, тоже носил. Что такое? Палочка чернослив. Сухой это. Горелка. Тут еще открывашка должна быть. Какая-то. Она что ли? Прямо. Получается. Ну ладно, получается. Угу. Это... Дубар. Дубар. Ого. Сейчас мы ему это... Гематоген можно ему дать? А вот наш инструктор, Роман. Инструктор. Кирилл, спасибо тебе большое. Как раз на троих. Сухпаёк. Плохо, даже три ложки. А? Скажи, инструктор сказал водки почему. Да, водки почему. Закуска хорошая, а вот нет. Сухомятку приходит. Боря нашел козлов горных. Вон они. Вот здесь сила воли происходит, борьба. Ну что скажешь? Да, подниматься по такой ответственности, конечно, тяжеловато. Что делать ради красот? Вот мы поднялись сначала на одно голубое Мороженское озеро. А теперь видно второе черное Мороженское озеро. Фух. Тяжело. Мы на высоте 2950 метров. Три, скажи, что ты, блин, такой честный. Так, вот нам послание оставили. Сейчас мы тоже что-нибудь напишем, да, Борь? Давай, поднялись наверх, на перешеек, слева черное озеро, справа голубое, и нашли в бутылку, в бутылке какой-то в камнях записку. И две сигареты. И две сигареты. Группа в составе двух человек с гидом Хасановым Берегетовым. Состав группы: Кашкаров Александр, Кашкаров Дмитрий. Погода хорошая, травм нет. Друзья, обязательно придите сюда еще раз с детьми, подростками. Думаю, будет хороший воспитательный. Ну, с подростками, может быть, можно, а вот поменьше, наверное, опасно сюда их водить. Как вы думаете? Нет? Маленький. А, ну если в рюкзак посадить, то да. Облака сгущаются. Вот послание оставили. Напиши. В общем, поднимались вот на тот перешеек. Снизу видно, какой крутой подъем. Но ничего, в принципе, сложного. Поднялись нормально, спустились тоже. Йоу! Мы решили поесть малинки и обокрасть медведя, который не вышел к нам, чтобы сфотографироваться.
Поэтому задача съесть малинку. Очень вкусно. Поднялись сюда за 45 минут. Вроде бы не так сложно, но все мокрые от пота. Да, Борис? Да. Вчерашнее пиво. Восходит у обоих. Но это хорошая профилактика. Надо в Москве ее практиковать. Под пиво выходить. Вон тут. Вот переходим переправу через реку. Поднялись к первому Бадукскому озеру за 1 час 10 минут. Договаривались быстро не идти, но уже привычка, никуда не денешься. Вот такая вот здесь картина. Такие пейзажи. Боря, помаши рукой. Второе Бадукское озеро. Передай привет. Почти как на море. Вот Боря распаковывает чемоданы. У нас сейчас будет пикник. Что у нас? И что у нас на пикник? Ну-ка покажи. О! 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 Давай, это тебе. Ну да, мне больше и нельзя. Ну за руль. Вот такая вот красота на третьем озере. Бадукском. Там люди что-то купаются, вроде. Или не купаются. Ну что-то тут мелко. И камни. Заходите. Идем, раскачиваем мост. Качели. На уровне облаков находится. Тем более там что-то фотографирует. А что он фотографирует? Храм Шанинский, который висит на обрыве. Храм 9 века. Здесь проходил шелковый путь.
ней находился женский монастырь. Говорят, что от женского монастыря идет подземный ход к мужскому. Где-то здесь. Но это легенда, скорее всего. А вот храм другого ракурса. Над городом. Торчес. Точнее, торчес. Здесь колокол. Летит. Можно позвонить. Вдалеке от мира. Мы въезжаем на Крымский мост. Едем по Крымскому мосту. С левой стороны железная дорога строится. Нам бушуют сады. Там лазурные нежатся зори. Я люблю этот юг. Крым! Вот мы переехали по мосту. Мы прибыли в славный город Керчь. Первое место в Крыму, которое мы посетили. Крым 17 века и Михаля. Едем купаться на ласточке. Вариант. Заводи уже мотор. Поехали. Включай на полную столицу. Вот мы и в Судаке. Над морем, 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 морем. Говорят, в Крыму, в Крым никто не ездит. Смотрите, смотрите. Мы в Дунаевской крепости, в Судаке. Купаясь в прозрачной воде, солнце дарит нам теплые бусы, а на маленьком рынке везде виноград, абрикосы, арбузы. Я люблю этот южный пейзаж. Ни хрена у тебя рот там. Город Белогорск и Белая Скала. Взял фарбуза или дыню, мы над морем пронесемся, там по новому мосту. Вот мы и поднялись на гору Опетра.
заштурмовали с третьего раза. Севастопольский вальс, золотые деньки, не светили в пути ни раз ваших глаз огоньки. Сейчас мы видим в России и памятник, напоминающий после пирамиды. Это памятник второй гвардейской армии, которая участвовала в освобождении Севастополя от немецких фашистов. Город Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ровно за год до Большой победы. Тогда он про это, естественно, не знал. Никто не знал. И вот была высота этого памятника. Вернулись домой, Севастополь родной, вновь, как прежде, каштаны в цвету. И опять я вас жду вдоль бульвара. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас?